Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на фердах. И сегодня мы пойдем за последним артефактом охотника. Ой, тут такой тупняк был. Пошел я, в общем, по всем терминалам раскидать лут, артефакты, начать раскидывать потихоньку, ну, чтобы поменьше заходов делать. И посмотреть, что мне не хватает. Собственно, что мне не хватает, я оставил. То есть, гик вообще на карте нет, если что. Ну, а эти как-нибудь зафармлю. Гик, если что, тогда вызову и пофигу на все это дело. Так вот, пошел, значит, по терминалам. Поскидывал терминал, артефакты. Уже дохожу до бурды. Не могу найти артефакт. Думаю, видать, какой-то лишний этот скин в лишний терминал, и пошел обратно по терминалам, благо телепорт. Телепорт только единственное, что напрямую он, получается, не работает, вот этот мод на телепорт напрямую он к терминалу не телепортирует, но если к мировому боссу, ну, мини-боссу, который тпхнется, а потом обратно, то он сюда, то есть из-под низу, вот сюда он телепортирует. Ну, в общем, короче, туда-сюда, ну, всяко быстрее, чем пешком. Прошелся по всем терминалам. Я понимаю. А я ж последний артефакт не залутал. Да. Ну, в общем, короче, вот такая вот тупая история получилась. Как я пытался найти артефакт охотника у себя. Хотя я за ним еще не бегал. Я, самое главное, я такой думал, не залутал, что ли? Проверил по вот этому-то, и реально, артефакты охотника здесь нету. Вот такая вот тупость маленькая, но что поделаешь, это как бы сложно. Я тут очень сильно приболел, ну как, очень сильно. Уже пошел на поправку, благо тут несколько серий к ряду записал, и как бы полегче. Но вот уже как бы, вот как бы уже и надо снова записывать, а я еще не сильно-то выздоровел. Так, ну, с этим как-нибудь потом разберемся, мне на это пофигу, а сейчас идем. А, вот ты где. Идем, в общем, за артефактом. Пойдем, наверное, сейчас, ну, сначала я долечу, естественно, долечу до пещерки, там поставим телепорт, чтобы легко было возвращаться обратно, потому что мне их еще нужно будет несколько штук залутать, а именно еще дополнительно 3, и уже потом будем проходить пещерочку. Координаты, кстати, это у этой пещеры 2 входа. Так, секундочку, где тут на координаты. Первые координаты 7.69 на 39.11, и второй вход это 3.41 на 32.79. вот. Очень-очень прикольно в этом плане, то, что, блин, одна пещера, 2 входа. А это что за пещера? А, это просто пещера. Я просто смотрю, чем-то на картинку смахивают, а там на картинке зима. И я затупил. Сорян. Так. Да, искать я, по ходу дела, буду долго. Ой, какая прикольная штучка. Прикольная штучка? О! В смысле? Это вход! Это вход в пещеру! Я просто лечу такой. Ой, какая прикольная штучка, думаю, подсниму. Это вход в пещеру! Прикол! Слушай, это что, та пещера, про которую я говорил, что? Ах ты скотина жиробасная! Скинул меня! Ах ты козел! Скинул меня! Я понимаю, что я хотел посмотреть. Так, ну здесь ничего. Блин, ну конечно, знакомство с пещерой было смешное. Блин. Я думаю, оп, покажу, постройка прикольная. Так, ладно, это первый вход. Давай
На скорости как тяжело летать. Так, а второй у нас 3.41 на 32.79. Да так, что так долго-то лагало? Благо я в этот момент хоть не тупил, а читал. В этом, где вход. Ого. 32, это вообще где-то здесь вход. Ё-моё. Простите. Так. 32 это... Да это в баню. 32 это у нас сюда. Так, 32.79 это вот так. Нет. Не, ну не в самом же низу вообще будет. Это что-то как пещера-то какая будет толщиной. Ну, в смысле, вышиной. Так, что-то тут пролагивало мне. Вот она, бляха-муха. Я просто мимо пролетел. Точнее... Не! В смысле? Так, стоп. Я смотрю сейчас на картинку, вижу там всякую фигню. Так, тихо, взлетай. Я тут просто в час зачитался. Ну-ка, погоди-ка. Твою мать, серьезно. Ну-ка, врубайся! Ой, хорош пугать меня. Пи-п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 и
Вот и второй вход, значит, мне не показалось. Ой, да иди ты в баню, ты серьезно сейчас? Так, это что, братва? Ты че, обнаглел? Так, погоди. Ща я этим уродом тут покажу Кузькину-матрюшкину. Козлы! Ох вы уроды! Мать вашу, как тут схерка! Гамма дефолтная хотя бы. Ну хотя бы. Так, я вообще надо помповый пень зарядить. Где ты? Погнали. Так. Прикол вот эти картинки. А вот теперь попробуйте нападите на меня. У меня есть 3000 патронов, и я не испугаюсь их. Подожди. Применить. Та-т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 а. Как? Ну ладно. Бляха-моха! Прям! Вот прям знал, что нельзя оставлять. Так. Андрюша, а мне? Я вспомнил этого. Сейчас, смотри, я реально, я очень сильно туплю. Но я понял, что на Эндерсексе я там точно не смогу пролететь, потому что он это... Он не летает, а там нужно падать вниз. Погнали. Ладно, поборемся... С неудобством в плане... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О! Сорокозух. Как ж тут ярко, черт побери, больно глазам. Ну, мне что здесь, надо нырять? О! Я вижу артефакт, по ходу дела. Он что-то там желтенький. О, артефакт. О, а там еще один... Здесь два света. И мне говорили в пещере охотников заглянуть в воду. Там... Да еще один!
сраку. Оп, а у меня есть что? Правильно. А! Арбалет! Ё-моё! А шо она такая подводная? Кто ж знал, что она так настолько будет подводная? А, подожди! Братва, не мочите! Тут это... Баллон надо одеть. Так, надо вот того замочить сначала. Эх. Ой, сорян, сопля. Эх. Ой! Пирожки замочили сарку. Вот ёпти уж за ногу. Вы чё, дурные, что ли? Сабли на голову. Мочи, козлов. Я забыл. Ах, вы уроды, а. Я чуть из-за вас не захлебанул. Не, пока одевать не буду. Иди. Стоять, тварь. Я вас вижу. I see you. Ну иди ко мне. Отлично. Козлы. Бесят они меня. Так. Что за свет я видел в итоге? Так. Ну ладно, мне все равно шкурка уже больше не нужна. Так, стоять. Тихо. Оп. Баллончик. Ну здесь очень много жемчуга. Вот здесь прям реально это пещера жемчуга. Ты просто его можешь залутать здесь, дай боже, сколько. Это все же... Ой, простите, это все жемчуг. Ни черта не видно, включите свет. Так, ну я понял. О, здорово. Руневич. Эп. Да, я забил, короче, на лутание 200 рун. Я уж так подумал, ну хотя бы сотку залутать, это уже будет хорошо. О, это тот жемчуг. Он просто на дне лежал. А не может быть так, что нужно этот... И здесь какой-то камень сломать. А? Не шутя. А может и впрямь так. Или куда-то проплыть так. То есть уйти, занырнуть и проплыть где-то. А? Все может быть. Так. Да ёпрасты. Ну слушай, как-то вообще... Я нашел, где желтый луткрейт. Почему я его не видел? Это уже другая история. Но я нашел. Стой, гад! Меня забыл! Ну ты, ну! Во! О, боже мой. О, боже мой. Это... Артефакт тут лежит, ты понимаешь? Здесь лежит артефакт охотника. То есть, чтобы залутать артефакт, мне нужно просто спуститься вниз. Слушай, здесь вас не было? Вы чё? Так, пока... А! Пещера опять заросла, что ли? Да ты серьезно? Серьезно, что ли? В смысле? Так, стоять. Камера! Опустись, твою мать, камеру! Во! Она у меня вниз просто забаговалась и вниз не смотрела. Вот сейчас, вот, я сейчас жму, во, разбагалась. Отлично, красава. А, вот откуда я выходил. Офигеть. Говно, конечно, всякое. Обалдеть.
Ах, вы там! Иди сюда! Блин! Зачем я убил? Они бы ко мне вот так подплыли. Эй! Иди сюда! Да ёпарста! Ну или ты иди сюда! Да ёпарста! Куда ты? Эй, пошли вы все! Так, стоям, я ничего не вижу. Ну и зачем сюда нырял? Я-то думал, здесь чё-то... Не, ну да, тут что-то серьезное. Тут выход. Да ну нафиг. Черт побери, выход. Ну, что могу сказать. Вот я вам показал всю пещеру. Но там где-то под водой должен быть артефакт. И как вариант, именно в той воде, где я шлындал. Так, ну, для начала поставим. Что? Правильно, телепортик. Так, вот это вот уберем. Переименовать. Вход охотникам. Скопировал название. Чтобы было легче потом писать. Арт охотника. Так, летим вниз. Ах, это ж ёпта ж. Ну, классно. Застрял. Это, конечно, несерьезно. Я не знаю, кстати, с чем это связано. Я иногда начинаю просто ходить и в текстурах застревать. Ну, в смысле, просто бежишь, хоп, и вот так завис, застрял. То есть это у меня такое еще бывает. Давай! Давай! Вылази! Ладно. Вход охотника. А что поделаешь? Ну, благо я успел телепорт поставить. Ну, кто ко мне подойдет? Никто. А ты правильно. Так, прогружаем пещерку. Шипс. Ну, вода здесь, чтобы упасть. Хорошо. Да в смысле ты... Он телепортировался за мной просто. Я ж чё, знал, что ли? Да пошел ты. Вот, кстати. А, не, все, сейчас нормально. Так. Здесь у нас ничегошечки. Здесь мы ломаем камешек. Здесь мы... Ну, хотя бы дефолтный уже лучше. Здесь мы видим лут крейт. Не, ну мамонт, конечно, такой себе. Куда мне это мамонт? Мамонт, мамонт, куда мне мамонт? Да пошел ты. Так, что мы здесь еще найдем? Уу, вода, вода. Нет, нет, вода не нужна. Падаем вниз. И... Оля. Только не воду. Ну и по сути все, и здесь мы лутаем это. А кстати, а есть еще как отсюда выбраться? Отсюда выбраться вот сюда. Есть еще гамма у меня сейчас дефолтная, как видите, темень сраная. А почему здесь так ярко, я понять не могу. Туманность повышенная, это, конечно, несерьезно. Кстати, еда и урон. Я теперь сильный. Конечно, 180 левел. Ну, блин. Мне не дает покоя этот желтый свет. О. А, ну, это, наверное, желтый свет, это вот от этих растений. Мы, может, он просто не заспавнился? Тоже такой хороший вариант. Может, здесь на глубине-то, по идее, больше-то ничего и нету. Вот так вот, если хорошо посмотреть.
Здесь больше ничего нет на дне. Он, то есть, как бы, если бы он заспавнился, то он бы светился, он бы ярко светился, то есть его было бы видно. Но его нету. Так что дропик не заспавнился. Да и, кстати, видели, некоторые дропики тоже по пути делал, только заспавнивались. Обидно. Обидно. Обидно, когда не видно. Да нет, нету ничего. Ладно, подождем, поплаваем, может заспавниться. Ну, по сути, да, ничего здесь нету. То есть вот эти сверкалки, это всего лишь навсего сверкалки вот на дне, которые. А от артефакта они светятся не точками, а прям сплошным светом. Нету, нету, не заспавнился. О, я еще на таком хорошем месте тебя посадил, щеплево. Да, вон там был артефакт. Ну, здесь естественно не поставится ничего. Да, 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 да. Да. Хотя... Да ёб твои жалобы, что тебе в натуре? Да, только здесь. Арт охотника. Ну, в общем, как-то да. Как-то да, как-то так. Ну, блин, ну не запомнилось здесь ничего. Чуть-чуть я поделаю, ничего поделаю. Ничего я не поделаю. Зато, между прочим, у меня все артефакты собраны. Тик-тик-тик-тик-тик. О, кстати, я из пещеры, я могу тут пахнуться? Ну-ка, ты пахнуться, я могу из пещеры? Из пещерочки. А какой из них вруда? Я не помню ни черта. Может это. Во. Ой, так что-то темно стало. Не, не могу. Вот. А если отсюда лететь в терминал? Вот, прожимаем. И он телепортируется. Я не знаю, как это связано, как, что, где, но вот из пещеры он не телепортируется, отсюда он телепортируется. То есть вот у меня сейчас здесь уже, если посмотреть, то у меня вот сложные артефакты. Вот. Ажир базика, сердце гигика. То есть у меня одно сердце есть, то есть мне только на еще два сердца на альфа-ча нужно будет. Ну, то есть двоих гиг нужно будет призвать. Ну и артефакт, соответственно, тоже попритаскивать. Ну, это фигня, понятное дело, это вообще прям фигня. Ну, сейчас вот опять тпкаемся. Тудымс. Потом тпкаемся обратно. В общем, это я сейчас знаю, как это все дело работает у меня на локалке. А когда я поначалу тупил, красота была. Вот там тупил, так тупил. Куда я только не пытался телепортироваться. И вроде сюда. Вот видишь, отсюда он телепортируется к любым. Не, это не пруда. Это обезьянка. Да, это обезьяна. Здесь тоже как бы вот сумчатый льва, резинки, спину, то есть как бы тоже пфф, фигня. Самое сложное это гига. Давай поехаемся. Бляха-муха. Да, конечно, пешком было бы легче и быстрее, но... Да. Да не, нифига не быстрее, камон, какой нафиг быстрее? Быстрее. Ты же сказал, что быстрее. Это мне надо даже на ускорение, это сколько надо это времени потратить на то, чтобы это, телепортироваться туда. Ой, точнее, долететь туда. Ха! А тут хлоп, подождал, и оба уже через полкарты ушел. Да, с хитро выпердом. А что поделаешь? Всяк лучше, чем пешком. Так, ну-ка, охотничек. Ах, господи, вот артефакт. Вот, все, сразу же загорелись. А здесь я уже могу у всех вызывать, потому что я сарказуха набивал, поэтому вот теперь я, у меня вот прям на всех у меня все есть, ну, кроме артефактов. Артефакты надо лучше собрать. Такие вот делишки. Ну, а потом, соответственно, вот артефакты мне сейчас собрать вообще легко. Сейчас вот прям покажу, как оно вообще это бывает. Это я, кстати, вход к дракону сделал перед тем, как туда... Пещера телепортов? А, это даже там у меня есть. Господи. Перед тем, как допереть, как туда телепортироваться. Так, вход охотника.
То есть как сбор происходит именно артефактов? Причем из пещеры артефактов в другую пещеру артефактов я не могу телепортироваться. Вот. Заходим в пещеру. Кстати, он, вот это место он уже считает пещерой или нет? И арт охотничка. Вот даже прямо... Ха! Че, как оно там? И вот. Уже можем спокойно лутаться. Ужасно. Ужасно. Смешно. Ужасно, смешно. Такие вот дела. Ладно, народ. Все, все, как говорится, весело. Но будем уже на этом деле, на самом деле, заканчивать. В следующей серии уже, как вы поняли, пойдут боссы, драконы. Ну, там будет, я думаю, альфа-бета-гамма с моей гигушкой, которая прям конкретная, вот, прям вот это вот там всем туда-сюда. Я уверен, что с таким седлом она прям на изи-бризи. Вопрос будет к дракону. Вот единственное, что он летать будет, поджигать и так далее. Ну, на хилках вывезем. Не буду вас утомлять просто вот этими. Мы уже проходили драконов по-нормальному, все дела. Было все это. Драконы, мегапитейки, где я там Рексов терял. Номер 5. Номер 5 вроде бы был первый Рекс. Блин, я уже не помню, честно. Но я помню, что я двоих Рексов там потерял. Они у меня просто улькнулись вниз. На острове это было. Первый сезон, а сейчас седьмой. Такие вот дела. Ну, а на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. Так что, всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.